Границы на замке. Ярославских владельцев незаконных ларьков, возможно, перестанут выпускать из страны. С таким предложением к судебным приставам и миграционной службе обратилась городская комиссия по инвентаризации временных сооружений. Подобная практика уже существует. Должников, не выполняющих решение суда при поездках за границу, заворачивают обратно. В Ярославле решили, почему бы аналогичную меру воздействия не использовать в отношении так называемых ларечников, которые даже при наличии судебного вердикта не убирают нелегальные торговые точки. Новая власти города с ними активно борются. В городе уже снесена почти сотня незаконных ларьков. И еще 346 ожидают своей участи. Некоторые из них на улицах Нефтяников, Ньютона, Урицкого, Строителей и Тормозном шоссе могут быть демонтированы уже на этой неделе.